Преситы в Premiere Pro упрощают работу. Они в основном бесплатные, и их можно где угодно скачать, даже в YouTube. Но как же их установить? Сейчас максимально доступно покажу. Для этого нам нужно перейти в окно эффектов. Если вы его потеряли, есть такой путь. Кликаем на пункт Presets правой кнопкой мыши и нажимаем Import. Находим скачанный файл. Эффект сразу появится в этой вкладке. У него должно быть такое же название. Он будет как отдельный эффект или целая папка с множеством инструментов. Думаю, это очень все просто. А сейчас расскажу, как применить. Поставь лайк, и я продолжу. Пресет просто нужно перетянуть на клип, и тогда все заработает. Часто их настройки нужно регулировать. Для этого мы заглядываем в окно Effect Controls и выбираем то, что нам необходимо исправить. Сверху появится урок, в котором есть отличный пресет по обработке звука. Он очень крутой, обязательно воспользуйся. Я максимально доступно и быстро пытался изложить эту информацию. Подписывайся и жди новые ролики. На связи Коуч!